Ну что ж, всем здрасте, с вами, как обычно, Дмитренко, да, уже гонять в стиле Ярис. Так, ну, шо? Выхватили там кого-то, появилась фракция такая нехорошая. Я так понимаю, это кто-то типа сепаратистов. Так, вот, можно это уже скрывать, да? Перед плейн было стиська флотилии, ну это мы видели, по-моему. Надо начать херачить корабли заново, потому что с армией у нас, ну, с флотом как-то не очень все. Так, научные корабли я вроде отправил сюда, да? О, Гева. Да, по всей видимости, отправил. Так. У нас тут, кстати, несколько новых звездочек появилось, доступных для просмотра. Так, скажем так, что там, форпост. Вот, можно здесь глянуть, что есть интересного, да? Что, где еще? Еще вот здесь мы, по-моему, не были, но тут всякие уроды летали. Так, древние дроны. Надо будет их поколбасить, кстати. Дроны эти древние. Так. Так. И я посмотрел, почитал. По идее, эту планету лучше не колонизировать, а бабахнуть станцию. Потому что 80% пригодности можно найти планету со 100% пригодностью, и это будет более, что ли, эффективно для нас. Ну, наверное, так и сделаем. Так. Что там? Да, это дроны летают какие-то древние. И, по всей видимости, это добывающая станция планеты. Враждебная. Добывающая станция, ничего не добывающая. Очень странное явление. А, мы же не исследовали тут ничего. Понятно. Так, ну, ладно. Отправляемся в нашу систему. Смапорт. А, кстати, мы указы с вами не бабахнули. Что тут можно интересное? Так. Привлекательность миграции. Так, перегрузка мощности. Производственные планы. Это будет влияние все стоит, да? Все влияние. На 10 лет. Строительство. Смена каких-то принципов, да? Минералы 15%. Как у нас тут? Что добываем? Так. Ну, в большей степени добываем еды, в большей степени, ну и энергокредиты. Так, минералы системный эффект, кстати, вызывают тут. Ух ты, можно улучшить сооружение. Электростанция 1 можно прокачать для электростанции 2. Класс. Мы вкачали же с вами электростанцию новую. Ну, посмотрим. Посмотрим. Давайте указ на производство этих кредитов энергетических. Пикнем. Где у нас тут? Перегрузка мощности, да? Временные модификаторы, которые можно активировать, затрачивая 150 влияний. Ну, у нас вроде есть 570. Конечно, их посты, ежемесячный прирост. Да, нормально, по-моему. Давай указ на кредиты. Включим. Так. Вот, а тут у нас можно на прирост поселенцев просить. Да? Увлекательность миграции. Пам-пам-пам, так, надо кредиты, минералки, строительство, смена, ну-ка. Тут еще людишки не заселились. Так, кстати, дали мне совет, можно... Подожди, тут у меня есть что-нибудь? Базовая ферма тоже есть. Так, ну тут... Пам-пам-пам, тут у нас пока нету таких участков, где люди ничем не занимаются. Поэтому пока тут особо ничего не сделаешь в этом плане. Так, ну давай. Что сделаем? Отвернуться же. Брюки, я же хотел корабли построить. Можно. Боевые. А, кстати. Ну-ка, может мы найдем для себя что-нибудь интересное для корвета. Новые какие-нибудь. А, нет, все то же самое. Ну, понятно, то есть
Я там какой-то корвет бабахнул уже, да, построить. Корвет класса Пейн, да. Приобретем немного. Прирост у нас нехиленький такой. Всего подряд, так что... Все классно, отличная работа, у нас теперь есть прочная ресурсная база для развития империи. Так, 11 поселений. Кстати, мне кажется, там есть же ведь это такая хрень. Подожди, что будет? Заключиться, 11 поселений, понятно, 19%. С поддержки от уровня счастья, ну это рабы, понятное дело. Если освободить их, они будут не очень хорошо, я так понимаю, к нам относиться, да? Никогда не будет эффектов, и будет только свободы. А почему лидер, интересно, строг? Очень странные вещи творятся. Мы же прорабатели этих уродов. Так, где они тут? Поверхность. Так. Что там? Системный эффект, да? Во фракции. Все во фракции, короче. Ну-ка, что будет, если я... Так. Допустим, вот здесь. 12 устрою. Уничтожь поселение. Посмотрим, что будет. Так. Угу. Это просто все на ресурсы, а это вот штучка на инженерное исследование одно. Надо, кстати, станцию построить там своим научным. Ну а сперва колониальный корабль мы хотели забабахать. Так, обучение, увеличение флотилии. Наш флот слабоват, да я согласен. Абсолютно согласен, чувак. Так, сейчас загнал. Обломки в системе мира преследуются. Сколько там еще? Прогресс или, да? 10 корветов надо построить всего. Окей. У нас, по-моему, десятка и строится примерно. Это кто такие вообще летают? В нашем пространстве. Так, научный корабль Феррагония летит уже, да? Идет сюда. Мы тут обломки исследуем. Может, получим какие-нибудь интересные вещи. Что там? Обломки изучены. Получили дополнительные очки. А, отлично. Я так понимаю, теперь... А, даже научный корабль из мира поправим. Тоже куда-то вот сюда исследовать. А, изучая вот эти всякие обломки, можно будет ускорять свои исследования. Классно, по-моему. Вот, сейчас исследуем. Подкопим минералишек. Кстати, давайте глянем... Вот Карнаги. Так, там станция у нас. Посмотрим... Вот... О, смотри, планета Силум... Пригодная для жизни, сколько там пригодность? 80, мало. Мало над силами пригодности. Нам, в принципе, пока, я думаю, хватает на утопии и на строгосе. Кстати, я узнал, как можно изменять название планет. Ну, мне, в принципе, пока нормально. Так. Пам-пам-пам. Вот здесь, кстати, мне почему-то кажется, будут планеты с хорошим, с хорошей доступностью в жизни мир. Подожди. Нет, что-то я не угадал, походу. Безжизненный мир. Газовый гигант. Да, походу тут пусто будет. Что-то меня шестое чувство подвело. Извиняюсь. Так. Ну-ка. Вот здесь мы еще с вами не смотрели. Так что это интересное, мне кажется, будет. Но надо сперва пройти сюда, забить эти дроны боевые, сколько у них там мощи военной. 112-41. А, 160 где-то нам надо во флотилии бабахнуть. И все будет, да? У нас уже 71 мощи. И мы нафигарим еще обязательно. Так, ну-ка, а кто, кстати, заселяется? Мне вот интересно узнать, если я... Так, смогу, кстати, не то. Если я
тут вот высвободил, да? Построить. Стоит тут пока нечего. После... Вот эти уроды заселяются опять. Бащуны. Так, а тут чё? Пробощена. Электричество немножко. Хуже. Тут можно, кстати, квадраты расчистить на исследование. Меня вот этот ползунок интересует. Чё это означает? То есть, если максимум будет, они бы станут или что? Планетарные укрепления. Давай, наверное, сформируем тут небольшой отряд. Оборонительную армию. Да, возьму. Один. На гутаре. Так. Кого-то там в соперники кинули. Неустановленную империю. А, это вот эти вот, помните, грибы, которые нас встретили. Ну, они, блядь, нормально к нам относятся. Безработица. Грутарии. А, слушай, это вот эти уроды и заселяются. Кстати, а что надо... Скажите, пожалуйста, в комментариях, что надо сделать, чтобы вот этих вот всех убрать. Я чувствую, что они бы станут, и будет очень тупо. Да. Можно ли, допустим, объявить всем геноцид, и тогда пойдут наши? Или же это невозможно? В общем, расскажите, пожалуйста, в комментариях, кто шарит. Так, объявили соперникам станция... Решено строительство станции наблюдения. Помните, он там какая-то хрень непонятная? Бычье всякое живет. И вот эти вот непонятные членистоногие. Везет нам на членистоногих и на грибов. Постоянно. Ну, хорошо, хоть вот этих вот таких с соплями, блин, нету. Потому что меня просто бесит. Вот на Фуруде, кстати, залежи отличные. Надо к Фуруду пробиться. Скорее так, как Ром. Тут, кстати, можно научных станций много построить. Денежек у нас 293. Я хотел смотреть еще на Аргон и начать заняться строительством. Давай станции все-таки начнем потихонечку строить. Так, прекрасно. Так. Пам-пам-пам. Надо потихоньку все-таки станции строить. Тут военных понастроим, отправимся к дронам после этого всего. Так, на Фирагоне. На Жоблоре. Так. О, тут, кстати, пригодная планетка. Ой, тю, какая-то пипец слишком. Слишком мало квадратов. Тут вообще ничего нельзя добыть. Кстати, тут, по-моему, была какая-то станция. А, мы не изучили сами ничего. Надо научные корабли сюда кинуть. О, там что-то. Да. И посмотрим. Так, стоит на корабль бездействует, второй научный корабль Брутария. Исследовал, тут уже все, надо отправить его куда-нибудь вот сюда, если будет проект. Так, строительный в Акроне сидит, да? Пожалуйста, в Акрон. Давай к научную станцию построим, давненько их не строили. Так. Вот тут, можно инженерное исследование ускорить. Пора бы добавить мощности нам с вами. Так, призыв в армию завершен. Жалко, на них посмотреть нельзя. Так, кто-нибудь такие. Средний урон, здоровье 200. Я думаю, что теперь бастующих будет поменьше. Хотя я не до конца еще все понимаю в этой игре. Кто знает. Так. Смапорт Юнь. Не понял, что это. Что? А, мы с вами все флотилии построили, и этого мало оказалось. Сейчас еще корветов добавим. Еще 5 и хватит. Можно будет потом слетать. Что это там? Соперничество. Что-то этих грибов все, кому не лень, соперниками объявляют. Сейчас. У них соперников целых 2 штуки. У нас никого. У нас никто пока не знает.
О, мы, кстати, слушайте, мы уже наравне. Да, вместимость флотилии, уровень технологий. Мы, короче, нормально по флотилиям, по технологиям, но по мощи флотилии они сильнее, тут потому что мы почти слили всю и вся на своем пути. Да, и надо быть осторожным. Там, так что это там, заработится. Здесь вот, да? Ну, здесь ничего не добывают. В чем загвоздка? Я даже не подозреваю, что тут можно делать. Переселить. А, смотри, ну ладно, что можно сделать. Вот отсюда, например, да? Можно вот сюда, короче, геноцид устроить и переселить строгов. Вот оно что. Да-да-да-да-да, понятно. Так, давайте попробуем одного загеноцидим. Так, папам. Давай загеноцидим кого? Вот этих вот, которые... Электричество добывают. Уничтожить поселение. Геноцидим потихоньку. Так, научный корабль исследовал. Чего-то там мы получили. Еще прогресса. Ну-ка, кто там? Вот этот научный корабль, да? Последний проект остался. Вот отлично. Так. Один, значит, кораблей занимается фигней. Флотилия выполнила задание. Научная станция построена. Так, отлично. Вот этот научный корабль мы отправим, знаешь, что сделать? Изучить систему, пожалуйста. А другой научный корабль мы потом отправим в миры, которые мы можем заселить. Ну, заселить, блин. Это я грубо сказал, заисследовать. Заселить. Так, вокруг опять отправляемся. Еще одну станцию. Ну, не, слабенькая станция, я так скажу. Так, это что? Это наша военная власть. А, это пограничный форпост. Так, Мегап-3. О, слушай, Мегап-3 с квадратами более-менее неплохо. Синхронная способность минус 10. Здесь вот, ну, тут ресурсы так себе. Давай на научную... Ой, научную... Бывающую станцию построим еще. Бывающая станция. Так. И отправляемся, смотрим. Что-то интересного имеется. Так, посмотрим, как там с геноцидом дела стоят. Заручиться... Антигеноцидная... А, это антигеноцидная фракция, короче. То есть мы геноцид ведем. Все, загеноцидили нафиг. Так. Стоп. Тут можно исследование. Так. Поверхность. Тут никого, никто не работает. Мы сейчас это исправим, я надеюсь. Так. Лучше заселить. Сместить и активировать. Пусть рыть. А! Надо, короче, наверное, к нам на рюкю отправиться, а потом уже... Вот отсюда, допустим, переселить. Вот сюда. Можно? О! Отлично. Тут поболее можно заработать. То есть можно потихоньку геноцидить. Тут прирост будет поселенцев снова. Можно будет, да, потихонечку, полигонечку этих уродов всех выпилить. Так, научный корабль у нас все свое отдрабанил. Кстати, вот этих надо чинить, отправить. Ой-ой-ой, что я сделал? Чуть не тут случилось. Ремонтировать флотилию. А вот этот крутой флот, сюда назначим лидера. Назначу. Где там эти уроды-то были, я не помню уже. Нет, надо все-таки научный корабль сюда кинуть. Да. Так вот сюда. Следует изучить систему. Посмотрим, что там такое.
Потому что я не хочу отправлять на верную смерть свои корабли, только что построенные. Хрен его знает, что там будет. Флотилия увеличена. Так, мы с вами получили боеспособную флотилию. Окей. Так, вот это убираю пока. Рутах полностью изучен. Ну, не густо, так скажем. Можно получить ресурсы, дополнить. Так, строительный корабль в Мегапе у нас простаивает. У нас уже достаточный прирост ресурсов, чтобы заниматься строительством всего подряд. В Акроме, что там? А, научную станцию мы там бабахнули, да? Там, ну. И, ой, в Изаре классно вообще. Во, в Изаре идеальный мир, слушай. Там титаны, помните, живут? Да. Надо в Изар пробиться, я вспомнил. Для этого надо в Акроме, короче, захерачить форпост пограничный. Вот оно что. Пограничный форпост, блин, тут. Ага. И там можно будет разобрать форпост в другом месте после этого, я так понимаю, да? Новые исследования доступны, инженерные. Инженерная лаборатория номер 2, вместимость минералов, добывающие предприятия, давай. Наверное, покруче. Или что? Сборочная верх корветов. Не, слушай, вот это, наверное, больше пригодится. Улучшенный космопорт. Так, научный корабль Брутарий у нас еще имеется, да? Куда можно отправиться оттуда? Только сюда. Ну, тут мы... А, тут мы не исследовали ничего, да? Окей, давай. Лети. Уровень разведки высокий, стало быть, тут никого нет. Просто мы ничего не изучили здесь. Да, все нормалды. Так, второй научный корабль у нас черти где пока. Стопэ. Да, вражеский флот. Ой-ой-ой-ой. Космическая амеба. Ой-ой-ой-ой. Слушай, их много. 452 мощь. Чувствую, что в Минчере нам пока делать нечего. Мы весь свой флот потеряем тут. Да, надо улететь нафиг отсюда. Так. Тут можно, кстати, станцию добывающую забабахать. Так, а где я еще? Я еще где-то видел. А, вот! Нет, Space Amoeba тут тоже сидит. Во-во-во-во-во-во! Вот здесь вот дроны вот эти чокнутые. Надо вот сюда отправиться. То есть... Да, я понял примерно куда. Научный корабль куда свалил? В Селебрай? Блин, черти куда свалил? Так, Улясия, Ирамун, так, вот сюда нам надо, да? Да, я вспомнил, по-моему, мы тут где-то на дронах натыкались, вот на этих. Здравствуйте. Давай, изучить систему. Попробуй слетай. Или у нас высокий уровень разведки тут, нет? Высокий. Ага. Ну, стало быть, можно, в принципе, наши войска отправить, вот эти вот. Позишн. Yeah. Давай в Рамун сперва. Что там? Рамун завершен. Так, денежки пока копим. Кого-то встретили. В Рутаре. Загадочные объекты. Так, надо выполнить это задание, потому что... Ну, вы сами понимаете, что будет, если мы там никого не изучим. Какие-то уроды. Изучает планету BitTox 3. Так. Давай изучим их в рамках особого проекта. Так, Потечи, Первая Лига. Мы еще не нашли ни одного артефакта. Залежи. Мы отслеживаем... А, там далеко залежи. Мы с вами нашли немножко. О, тут мы еще с вами можем посмотреть, что интересного есть. То есть из Бегмара еще туда надо будет отправиться. Куращо. Так. Боевые наши корабли. Баяндис отправляются. Улетели, господа.
мочить их. Кстати, можно... Я посмотрел недавно. Так, сейчас. Обычная скорость, да? Можно, короче, тут как-то даже прикольно сделать. Во-во-во-во-во. Настоящие Звездные войны устроить. Полетели, короче. Так. Догоним их немножко. Вперед! На мины. Так, выполнили. Какое-то дело. Так, там, слушай, там безработица. На Гутаге. Один, да? Так, а что это тут происходит? Почему нет людишек? Странные дела. А, они, может, еще не переселились? Ладно, подождем. Проведем этот бой, потом разберусь. Что там происходит? Физические исследования. Так. Физлаборатория, сеть солнечных панелей. Что это там? Такое, если продуктивность. Электростанция 3. Итальянская электростанция. Прочность укреплений. Это... Вот. Отражатели. Вот это интересная вещь. Но, наверное, все-таки... Нет, электростанция 3 пока жирно будет. Давай, наверное, вот это отражать и все-таки попробуем исследовать. Мочи их! Слушай, да, реально прикольно так. Эпично выглядит. Мы их тупо ушатываем. Растиська флотилия. А, у нас только щиты получили урон, да? Так, урон обшивки. 1200 урон брони. Процент попаданий. Так. Ну, я думаю, что нормально, ребят, готовы, чтобы вот сюда отправиться. Так, система изучена. Так, повеселились, значит, и хватит. Так, во. Вернулись. Тут фигня, в принципе, доступна. Битокс. Куда там? В Хайтан надо отправиться вот этим научным кораблем. Сейчас. Изучи, пожалуйста, что там такое. Мирзам еще не изучали, да? Фирагон изучали. Хорошо. Так. Ну, а мы отправляемся обратно в Ваяндис. Добиваем этих уродов. И потом надо будет изучить систему. Давай, высокую скорость. Так, битва идет. Обстреливаем какую-то хрень, которая нам даже ничего не сделала толком. Не смогла ничего сделать-то. Следующий проект этих ребят отправляем чиниться. Полетели. Установлена связь. О, мы каких-то уродов опять нашли. Республиканский какой-то мир в войне Макса. Наводился на контакт. Политические каналы открыты, его все враждебные действия прекращены. Ой, блин, это еще что за уроды? Что-то какие-то вообще непонятно кто. Появляется так. Так. Ну ладно, наше превосходное сообщество, естественно, у нас. Вас, точнее, приветствует. Нас приветствует. Ну, тут вот меня напрягает очень. Это вот все дело. Средняя местность. Сооружение у нас и так стоит. А, может там... Так, сейчас, даже мы со строго с этим отправляли. Вот этих чуваков. Или мы их так и не отправили. Что-то не понял. Переселить. А, я, наверное, на кнопочку не нажал, дурак. Да? Да! О, дурак.
Дураки бывают. Такие. Ну ясно, за влияние, короче, можно переселять человечков. Там в огроме что-то строим, да? Research complete. Research complete. Надо бы что-нибудь с электричеством связанное еще настроить. Добывающие станции. Так, еще какой-то research. Ну-ка. Новое исследование. Солдаты псионики? Это интересно. Слушай, что мы знаем о лидера? Энакадемия. Бивка от армии, урон армии. Вот это круче, по-моему. Круче, но дороже. 128 месяцев. Надо будет станцию поставить социологическую. Аномалия. Так. Риск неудачи вообще нулевой. Это несет столкновение с другим телом. Туда осталось только кратер. А, мы с вами пограничный форпост строили в Акроне, вспомнил. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Вспомнил. Теперь надо в Изар отправляться. Угу. Изар теперь для нас полностью доступен. Сейчас... Яман. А, в Ямане... Вспомнил, в Ямане тоже есть дроны древние. Можно... Мы починились, да? Или нет еще? Нет, они еще не починились. Сейчас починятся, мы их отправим к дронам. Варп-столкновение. Получили физические исследования. Так, что там, починились, да? Отправляемся в Яман, это теперь тоже наша контрольная территория. Иди. Так, ну тут я не знаю, граничный форпост там сносить стоит, нет? Так. Так, где-то тут я видел энергокредиты. Вполне фиг. А, давай, наверное, научную станцию построим все-таки. Еще одну. Вот эту вот. В Карнаге. Так. Тут социологические исследования неплохо так даются. Научная станция. Действительно, плюс 4 аж. Вот. А потом уже... Займемся еще чем-нибудь. Можно, кстати, соорудить колониальный корабль. Так. Вот они, эти древние дроны, от которых мы чуть не огребли тогда. Надо их замочить. Что там? Обломки изучены в Аяндисе. Сейчас. Давай, не спи, изучай систему. Да, прикольно. Очень прикольно получается так безработица. Так, а ты чё не работаешь-то? Разгневанная. С чего разгневанная-то? Так, губернатор, базовое значение, максимальное счастье. Несчастливое поселение, короче. Вот в чём загрузка. То есть надо потихоньку, наверное, геноцид херачить и заменять вот этих всех кретинов. Вот. Я думаю... Думаю, сделаем так. Попробуем. Я не знаю, может я ошибаюсь. Кто его знает. Так, ну это... Я надеюсь... Да. Мы дронов мочим. Древних. Все, замочили. На изичах. Так, в Хатраме, как там дела? Есть что-нибудь полезное? Ух ты, смотри, классно как. Плюс 4 энергокредита, плюс 3, плюс 2. Это просто клондайк настоящий. Надо обязательно исследовать. Так, в Мирзаме... Мы еще... А, мы еще Мирзам с вами не исследуем. Надо еще в Мирзам слетать, изучить систему. Или мы там были уже, не помню. Так... Риск неудачи. Ну тут такой риск, конечно, специфический.
Мегазам с вами исследуем еще. Дополнительно. Research complete. Так. Второй флот. А, второй флот у нас еще спит. Да? Починимся. Слетаем. Лучше, я думаю, ее не страдать. Перемагничивание. Научно физические исследования. Отлично. И вкачали исследуем. Двигатель. Можно перемещаться дальше. О, ой-ой-ой, вот это классно. Слушай, уфлайзер. Так, наносит... Что лучше, интересно, плазмомет? Ведь в корабельной броне, да? Наносит большой урон, точная. Так, энергетически 7,5 стоит. Малый плазмомет, большой, 30-ку стоит. Мощный. Да они одинаково, по-моему. Точно 75, точно 75. Сортимент. Хрен его знает. Давай вот это возьмем. Я действительно хз, что в этой ситуации лучше выбрать. Бездействующее сооружение на Гутаре. Ай-яй-яй-яй, мы там, это ж, загеноцидили. Вселение. Влияние. Конечно, посты. Пам. Так, кстати, ну-ка, может, те чуваки отсталы, и мы их соперники добавим. Кого мы там нашли? Ой, отсталые. Сейчас. Отсталые они тут. Ну, их две планеты, у этих три. То есть они могут быть, в принципе, отсталей. Ну, тоже нас не любят. Потому что мы поработили всех подряд. На тираны-коллективисты, вообще мы уроды какие-то. Сами-то деспоты-поработители. Понятно. Они наравне с нами абсолютно. Так что... А, это еще и грибы такие. Интересно. Так и их соперники кину, может. Галактическая империя, деспоты-поработители. Союзников у них вроде нет. Дается соперником еще кого-то, кстати. Я их, короче, в соперники закину. Это ухудшит отношения, будем получить 0,75 влияния. Вот так. Ну, не знаю, везде какие-то уроды живут. Страшные. Ну, хорошо, хоть с соплями вот такими вот. На нас у них никого. Так. Пам-пам-пам. Где мы там Клондайк нашли с ресурсами? Ну-ка. Дай-ка вспомню. Здесь где-то. За. Хрена тут в Изаре можно зарабатывать. Так, жобла. Во-во-во-во-во, вот здесь. Вот здесь вот просто превосходно. Можно нажиться. Так. Строим, короче, научную станцию. Ой, научную станцию. Добывающую станцию. Будем тут... Я промазал. Сперва сюда надо, чтобы с кредитами получше стало. А там уже и всем остальным позанимаемся. Ремонт полностью готов. Так. Фракция сепаратистов. Ух ты, смотри. Даровать суверенитет. Нет наземных сражений. Так, можно ослабление популяризации, подкуп лидеров провести. Как интересно. Забастовка, бунты. Так. Пам-пам-пам. Так. Сейчас. Что я хотел? Я хотел на Гутарию зайти. О, люди сами по себе прирастают, наконец-то. Короче, больше никого не надо за влияние перекидывать, надо... Так, удаленность столицы. Прирост. Медленный прирост, конечно, но нормально, в принципе. Сойдет. Медленно, но верно, этих уродов всех можно будет отсюда выкинуть. Чертовой бабушки. Так. Что там?
Что там такое? Безработник. Брутарий. Ну, ну тут просто нету ничего. Что тут можно построить такое? Или это дополнительный бонус? Кредиты. Я просто боюсь, ну, тут еще эти рабы же. Ну нафиг, лучше, наверное, обойтись. Не строить ничего здесь. Так. Научный корабль в Аяндисе. Все изучено. Ой, нищая какая-то планета. Так, мы зато получили с вами возможность исследовать вот эту систему. Мы нашли обходной путь. Тут какие-то уроды были, тут какие-то уроды были. А тут никого. Отлично. Превосходно. Мы никого тут не нашли. Ой, нашли. Военная власть, 113. Это кто такие? Уэйт Серпенс. А, слушай, помните, это те пираты? Вой, давай сейчас слетаем. Жопу надерем. А ну, живо. Стопы. Эй, идиоты, зачем вы сюда слетели? Дураки. Блин, я сейчас, по-моему, походу солью. Надо было прямой курсом задать. Отступайте, придурки! А, слышь, мы их побили. Фига себе. Неплохо. Надо идти ремонтироваться. Короче, там какие-то слабаки сидели. Понятно. Ясно. Так. Научный корабль в Мирзаме у нас тут еще засел. Да, ничем не занимается. Вот, как раз сейчас зададим ему задание исследовать Минча. Ну, сперва вот эти вот... Вот сперва давай систему. Быстренько Ой-ой! Так, слушай, отступай! Валяет, чувствую, нашему кораблю сейчас научному. Да, надо будет новый строить. Да, погиб ученый. Надо было все-таки еще тогда дать им задание, не подлетать к ним близко. Пиратская станция. Ну, ладно, первые потери наши. Не все же идеально получается. Так, научный корабль. Новый построить надо, да? И построим еще дополнительно кораблей. Научный корабль и корветы. Больше. Так, 13-14 корвет. Не, много. Слишком. 11 достаточно. Что это там такое? Они через ресурсов энергокредитов заполнены. Так, а что можно за энергокредит-то взять? Такое содержание, станции, сооружений. Ну-ка. Так, это у нас все содержание, да? Стоит военную станцию. Так. Стоит станцию терраформирования. Так, и чё? Как? А, слушай, мы можем же ведь этот еще запросить потом. Колониальный корабль. Там же мы нашли с вами какую-то планету четкую. Так, у меня корабль еще попросим. Так, энергокредиты. Что-то я реально что-то не помню даже, на что они тратятся. Сейчас. Так, ну-ка. Для судов может что-нибудь такое дополнительно будет. А, вот, отражатели появились, наконец-то. Сейчас. Стоит на корабле научная оборонительная платформа Корвет Пейн. Вот. Да. Генератор мощности. Малые красные лазеры.
Во, у нас новое оружие же ведь появилось для корветов. Класса Пейн. Синий лазер. Сколько там урон? Точность 82. Вообще в 6.12. 5.47. 50. Вот это, короче, давай, синий лазер. Вот. Так, все, да? Вот двигатель. Еще есть военный компьютер, химические двигатели. Это не то у нас, да? Ага. Добавили синие лазеры. Нельзя сохранить. А, так, недостаточно, говорят, мощности будет, да, ядерный. Да еще ядерные реакторы, по всей видимости. Что они там требуют? Средний урон в сутки, так, замедление, стоимость использования мощности 5-5-5, да? Генерация мощности 10-10. Действие 5-5, так, тут десятка получается, да? Ага, ясно. Короче... Можно броню чуть-чуть убрать. Левокационная система. Или же... Не, варп-двигатель, естественно, убирать нельзя. Химический двигатель тоже не стоит. Да, уберем, наверное... Здесь ядерный реактор надо тыкнуть. Дополнительный один. Вот. Перезаписать проект. Вот так. Они будут немножко... более, что ли, хилые, но при этом урона наносить будут более. Так. Ремонт второго флота выполнен. Давайте-ка объединим вот с этим и отправим держать жопы. Так. Отправляемся в Игамун, получается. Потом вот сюда, а потом вот туда. Надо ему отомстить этим пиратам за смерть нашего ученого, кипяченого. Так. Летел. Ага, и сюда. Все, уроды, это вам за нашего друга и товарища. Так. Что-то из системы Минчер полностью исследовали, но она, в принципе, ни о чем была. Эта система только хранялась чем-то непонятным. Битва началась с этими пиратами, засранцами. Давайте, облетаем их. Гасим. Вы все, замочили. Слава тебе, Господи. О, как интересно. Смотрите, какое солнце интересное такое. Да, мне аж интересно, что тут будет. Отправим флот чиниться. И потом надо будет глянуть. Что там такое? Так. О, Роин Циолковский. Интересно. Так, ученый я. Давай на ему нового. За 50 влияния. Так. Ну-ка, какие бонусы есть. Темп исследования промышленности, темп изучения аномалий, продолжительность жизни лидера. Давай я живучую возьму. За 50 влияния. Да? Так, где она тут? Куда делась? Вот. Так, отправим. Давайте изучим здесь и закончим эпизодик. Часовые выпуски. Что-то зачистивая. Часовые выпуски фигарить. Научный корабль в Минчере. Ничем не занимается. Отправим его исследовать эту систему. Вот это вот.
Да? О, четко получилось. Так. С энергокредитами я что-то действительно хз. Чем можно такое прямо запросить? Фракция сепаратиста. Целая. Целая одна фракция есть. Братюк. Так, мы с вами выполнили ремонт. Так, смотрите, корабль. Почему мы бросили-то его? Надо построить еще станции. Тут дофига можно всего интересного. Так, давай на... Вот здесь, а потом на кристаллы. Минералы. Так. Попал в мирозайм. О, мирозайм прям на 4 минерала можно. В мирозайм, наверное, минералы возьму. Так, и нам надо вот сюда слетать. Исследовать, что там такое. Неизвестно, говорят, да? То есть вот сюда предлагают, а потом туда, наверное, куда-то. И тогда мы вторгнемся в пространство вот этих вот непонятных чуваков, которым можно будет спокойно попробовать навалять. Они слабже должны быть, идея. Слабже, чем мы с вами. Так, ну-ка. Что у них там население империи 17? Да грибовидные какие-то. Так, стой. Куда там? Сюда отправимся. Тут у нас молодая зеленая ученая, печеная. Ну, туда летать, в принципе, смысла особого нет. Да, классно. Так, где-то тут мы ведь такую звезду... А, ну, давай все-таки сюда слетаем. Тут интересная такая вещь. Смотрим. Молодую зеленую. О, тут, кстати, неплохо так. Можно срубить. Тут нету ничего. Такого жесткого. Нейтронная звезда, ребят. Вот оно что. Что-то такое. Мне аж интересно даже. Стой, ничего не следует. Так. Открывает модуль, оборонный модуль, да? Кинетические пушки. О, эсминец! Космопорт уровня. Надо поболее корабль, я думаю, бабахнуть. А потом уже всякие термоядерные ракеты и прочее. Так. Тут у нас, в принципе, неплохо. Да? Так что мы еще тут плохо изучили? Разведка средней. Там какие-то амебы были, да? Космические. И там космические амебы. Так, а вот это тупо неизвестно. Да? Даже посмотреть нельзя. Как-то печально. О, мы еще вот здесь с вами не были. В манге. Ну, чтобы попасть в манг, ну-ка, из Цилома можно в манг? Нет, из Цилома нельзя. Стало быть, что-то опасное будет. Кристаллины какие-то. Так. Надо вот сюда попробовать как-то слетать. Из Рутарии, по идее, это сделать можно. Так что, давай попробуем вот эту флотилию отправить. Вот сюда. Так, а куда? А мы в Наргоне еще не были. Целебрая были в Наргоне? Мы в Наргоне... Стой! Стой, козел, сюда давай. Слетай сюда. Потому что опасная ситуация, могут ведь замочить. Еще. Так, строительный корабль опять у нас построил все. Ничего не делает. Так, там станцию забабахаем. Оп. Отлично. Что там? Система полностью изучена. Ух ты, сколько тут можно физических исследований набабахать. Ну, сделаем. Так. Система ANAP. Можно глянуть, что в системе ANAP. Ну, из интереса чисто. Да и этой тетке надо было опыт набивать. Навыки свои накачивать.
Если там нету никого. А там кто-то есть. Так, военная власть. Ой, это кто такие? ВСИМ, независимая империя. Так, это изумрудный кристальный массив. Враждебный. Ну, это, в принципе, не сказать, что прям такие враги. Не сказать, что это друзья. Улетели. Все, улетели. Слава богу. Так. Прыжок бабахнули. Давай попробуем вернуться в Рюкю, а там посмотрим, как дела будут. Тут никого, надеюсь, нет. Противников никаких. Давай следуем здесь. Посмотрим, что... Как пробиться вот сюда. И потом, наверное, закончим этот эпизод уже. Пора завершать. Коль там нету ничего, можно вот этот исследовательский корабль перебросить сюда. А потом вот сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чё я сделал? Эй, случайно получилось. Так, что это? Первый флот, второй флот. Стойте, дураки, зачем вы дом родной покинули? Блин. Так, вот. Так, первый флот надо отменить приказ. Давай в Рюкю возвращайся. Так, второй флот. Тоже сюда. Так, это что? Это корабль. Так, в Рюкю возвращайся тоже. Че, поехавший, что ли, совсем? Так, стоит не корабль. Мирзами, да? Так, а это стоит на корабль, что тут делает? Зачем ему сюда лететь тоже? Понятное дело. Переместиться. Так. Что-то я случайно щелкнул. Чуть фигню не сделал. Так. Корабль. Так, кстати, станцию построили, да? Кстати, колониальный корабль у нас готов, нет? Строится еще. Окей, там в Заре, по-моему, можно будет построить. Неплохо так. Так. А, добывающие станции здесь. Поставим. Пора уже вместимость хранения минералов исследовать. Там, срочный проект. Бломки в Ямане. Так что в Ямане там такое было? Чуть не помню. Так. Ладно, исследуем Наргон. После этого можно будет глянуть. Так, научный корабль в Бручуме. Это где? Это вообще где? А, вот, слетел в Бручум. Тут нету ничего, да? Изучи систему, пожалуйста. Тут вот форпост надо бы, наверное, забабахать погранично. Пытаться. Научный корабль в Наргоне все изучил, что можно, нельзя. И надо отправиться на срочный проект в Яман, да? У нас нет доступа к этой... Чё, поехал, что ли? Подожди. Давай, изучай систему. Идти. Жесть. Аномалия найдена. Риск неудачи слишком жестокий. Крупное сооружение. Ну-ка, если я заменю ученого вот на вот этого. О, совсем маленький риск неудачи.
Ну, правда, Яман пришлось покинуть. Ученый получает черту талант, ракетная техника. Ага. Обнаружена инопланетная протоцивилизация. Ну так вот, короче, если бы эта мелкая, молодая, зеленая ученая туда бы сунулась, ее бы, наверное, сожрали тупо. Неолиты освоили огонь и используют понятийный язык. Вот это интересно, слушай. Отличная конструкция. Так, заработится. Ну, а, ну понятно. Людишки уже неплохо заселяются. Ага, можно потихоньку геноцидить. Так что этот ручный проект 11. Ну все, Яман не успеем. Ладно, пофиг. Ну, Яман. Колониальный корабль готов. Слушай. Колониальный корабль готов. Его надо отправить в ИЗА. Да, в Мерепе все в порядке. Стало быть, надо в ИЗА отправиться. Начать колонии там. Скрежущая сетка. Так, стоит на корабль, что ты фигней страдаешь, надо что-то интересное найти. Еще. Так. Там. Так, а где он вообще? В Мерзаме, да? Надо бы, наверное, научные станции начать строить. Потихонечку. Легонечку. Как-то по-хорошему. Ну давай, ладно. Тут достроим уже все. Потом пойдем. Тут другие места. Строить. Хотя Брюхо сидит. Так, кто-то куда-то улетел. А, научный корабль в Яман улетел. Ерундой теперь страдаем. Понятно. Вот смотри мы. Мы грибов нашли опять. Имеет посольство для работы с Империей Строги. То, что с нами улучшает отношения. Пригласить в альянс. Почему? Блин, добрение у них есть. Я с грибами союзиться тоже не хочу особо. Так. Так, тут все исследовано, я так понимаю. Полностью и целиком. Драгон. Рута. Так, из Рутарии можно только... Ой, там эти грибы всякие живут. Да? Так, ну тут форпост получается надо. Бабахать. Так, по-хорошему. А мы еще, кстати, здесь не были. Ну-ка, давай слетаем. Может, есть там кто-то? В Рундере космические амебы. Мне кажется, эти амебы, они слабенькие, не сделают ничего страшного. Прям такого. Так, изучили там что-то. О, можно дальше потом будет слетать. Но только не сейчас, потому что там Void Cloud. Став флота, одно White облако. А, помните, White облака, это вот эта вот всякая хрень непонятная, которая... Вроде бы дружелюбная, вроде нифига. Так, улетает сюда. А, он сам улетает. Молодец. Молодец. Так, аномалия найдена. Риск неудачи вообще нулевой. Давай, следуй. О, мы нашли еще кого-то. Флаг Огас Эмпайр. О, мастер Йода, ты ли это? Так.
наше превосходное сообщество вас приветствует. Так, а вы вообще откуда взялись? Чуваки, вы где? А, вот, короче, грибы, получается, живут по соседству с этими чуваками. Они, походу, нас намного сильнее, у них 4 планеты. И они к нам спасением. Так, смотрится, да? Является соперником. Так, ну давай, может, посольство учредим? Можно до 3 иметь. С мастером Йодой я бы подружился. Они еще более-менее приятные, хоть на вид, по сравнению вот с теми всеми уродами. Так, вот эту вот грибовую лигу я бы ушатал вместе вот с этими чуваками. Так, у нянь корабль в Изаре появился. Уровень разведки высокий. А, все, давай колонизируем вот этот вот идеальный мир. Колонизировать, да? А, где остатки колониального корабля забабахать? Там, кстати, титаны ведь жили, да? Помнится. Разместить колонию. Так. Ну давай вот здесь вот и разместим. Так вот. Стоит на корабль. Не бездействуй. Ты мне не страдай, пожалуйста. Так что мы еще тут. Мы еще станции можем тут построить. Надо тут застроиться и начать строить научные станции. Потому что исследования пошли дорогие. Мы с вами начинаем отставать. Старый исследователь. Народная металлическая планета. Удаленная область Ямана 4. Так. Слушай, тут интересно. Это интересно. Так. Строится космическая станция добывающая. Так, ну шо, началась, ребятки. Колонизация, занимающая 10 месяцев. Вот, и потом мы с вами... Надо бы тут форпост построить. Фрут и Бера, насколько я помню, дружелюбные планеты. Достаточно... А, вот что мы с вами исследовали. Знание у нас появилось по поводу того, что там такое хорошее творится, да? Понятно. Так, надо, наверное, боевой флот отправить к амебам этим космическим. Мне интересно, действительно, что же там... Такое. Так. Строительный корабль. Вот этот давай на орбиту, пожалуй. Сюда. Строгас. На орбиту. Он под управлением искусственного интеллекта, насколько я помню. Корабль так. Так. Объединю флотилии. Угу. И куда мы там должны полететь? А, мы в Уласию еще не летели. Кто там были? Не помню. А, амебы как раз. Стало быть, можно в Минчер слететь, а потом туда. Надо посмотреть, что там такое. Потеря успешно выполнила задание. Добывающая станция. Сейчас. Добывающая станция. Фальтране. Еще одну добывающую построим здесь вот. Да? И... Потом можно будет лететь, строить научные, потому что я что-то уже фигней начинаю страдать. Яман полностью изучен. На Ямане особо ничего мы не видим. Такого огромный Изар. Такой Изар и колонизация. А вот, кстати, из Изара можно в Манг слететь, да? Ага, вот. Ну-ка, сможешь, чувак? О, он прямо из Ямана может прыжок сделать. Посмотрим, что там такое. Имеется. Господи, я так и знал, что там какая-то срань будет. Это опять эти амебы, что ли, космические? Космическая амеба. Да. Так, ну ладно, улетаем тогда в Изар обратно. Какой-то дважеско хватили. Лети давай, да. Надо будет еще тут им навалять. Флот наш в Минчере засел, боевой. Куда его там надо? В Улясью, да?
Слушай, тут никого нет. Тут совершенно никого. Эти амебы, видимо, попали под огонь где-то. Тут наши флотилии в Халигаме. Ямане, да? Ну-ка. О, вот так, да. Летим. Второй флот в Улясье. Засел, получается. Пусть пока тут останется. Я что-то беспокоюсь. По поводу того, что тут происходит. Так, ну шо, колония появилась. Да? Новая планета, идеальный мир, ребятки. Вот это отлично. Космопорт. Да, надо космопорты уже строить. Вот мы уже черти где, потому что здесь космопорт бы пригодился. Да. Четыре планеты, нужен дядька губернатор, как обычно. За влияние, да? Любой каприз за ваше влияние, как говорится. Так, что там? Добыча минералов, ну... Так, собственно, лидера. Ладно, давай вот это возьмем. Моложе, который. Чувак с НГУ. Мистер Ву, брутал такой, с бородой. Тут титаны живут, социологические стены. И минералы плюс 25%. Потихонечку прирост у нас наблюдается. Ну и тут, кстати, энергокредиты можно херачить. Вот и отлично. Ладно, закончу пока на этом. На этой ноте чудесной. Вот. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Делитесь видео. Ставьте пальцы вверх. Всего доброго. Увидимся в продолжении прохождения. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys!